поселке Малая Франция Краснооктябрьского района готовят дорожки под новую брусчатку. Тротуарное покрытие площадью более 2000 квадратных метров уложат на благоустраиваемом общественном пространстве в центре поселка Металлургов. Комплексное преображение рекреационной зоны выполняют в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Основная задача, поставленная муниципалитетом перед подрядчиками – увеличить зеленый фонд парка. Объект освободят от сухостоя и аварийных насаждений. Дополнительно высадят 350 деревьев и кустарников. Рабочие смонтируют современную систему полива, которой ранее здесь не было. Для комфорта граждан вдоль прогулочной зоны установят 26 скамеек и урн, фонари и камеры видеонаблюдения. По запросам жителей поселка в парке оборудуют детскую и спортплощадки с резиновым покрытием. В комплексе с работами по благоустройству в поселке Металлургов в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» восстанавливают автомобильные проезды общей протяженностью 1,5 километра. Эта дорожная сеть обеспечит выезд к проспекту Волжскому, Металлургов, улице Чистоозерной и на Первую продольную магистраль. Помимо реконструкции полотна, компания-исполнитель продлит участок местного проезда вдоль парка. Благодаря этому жители получат дополнительный выезд из поселка на главные районные дороги. Кроме парка в поселке Металлургов, до конца текущего года в Краснооктябрьском районе муниципалитет реконструирует 6 дорожных объектов, обновит 3 дворовые территории, благоустроит бульварную зону по улице Титова на 2 отрезках – от Малого проспекта Ленина до Первой продольной магистрали и от улицы Маршала Еременко до дома номер 15 по улице Титова.